Первый снег выпал в Новосибирской области этим утром. Тем не менее, на территории большей части региона в течение дня сохраняется положительная температура. Снегопад спровоцировал пробки на дорогах мегаполиса. Специалисты гидромедцентра рекомендуют водителям, еще не сменившим летнюю резину, установить зимние комплекты в ближайшие дни. Тем более, что температура продолжит понижаться. Уже ночью ожидаются заморозки до минус 6 градусов. А завтра нас ждет мокрый снег и гололедица к вечеру.